Парад поехал по Байкалу. Квадрокоптеры закружили. Я вижу 4 штуки. И вместе со всей тусовкой полетел вертолет. Потому что он сегодня полноценно участвовал в гонках и соревновался так же, как и все мотоциклисты, автомобилисты и картингисты вместе взятые. Хорошо, что я немножко подальше, потому что ветер от этого вертолета и вот эта вот снежная пыль — очень холодная вещь, очень. Начало холодать, сразу солнце исчезло и сразу похолодало, сразу ощущается холод. Колонна ушла в снежную пыль. Мы находимся на Байкальской миле, Бурятия, 2020 год, конец февраля. Самый конец февраля.